Брали, брат. Видим бой. Когда выполняли тренерское задание, что от нас требовалось на протяжении всего турнира, на протяжении того времени, что мы готовились, мы показывали свою игру и ничего не давали делать сопернику совершенно. А как только переставали это делать, сразу удаление ненужное и какие-то непонятные моменты возле наших ворот, поэтому это все оттуда. То есть не выполняем, получаем. Выполняем, играем в атаке. У нас такой хоккей атакующий. Мы его будем придерживаться весь сезон. Поэтому пусть ребята привыкают, и чем меньше будет шайба в своей зоне, тем будет меньше голевых моментов. И когда счет 2-2, надо немножко успокоиться. Я думаю, это сыграла молодость просто ребят. Надо было успокоиться, перевести игру в зону атаки и там уже проявлять характер. Поэтому вот это процесс обучения, процесс этой эмоции, и их тоже надо тренировать и уметь сдерживать. Команда очень старается, и сейчас все очень расстроены поражением. Потому что можем, и как Крейг сказал, что когда делаем все, ну, мы можем играть, и мы показываем эту игру, и все. Ну, все у нас, мы можем играть с любым соперником, но вот невыполнение, и все сыпется сразу. It was a good game, it was hard fought, it was competitive, and yeah, it was a good preseason game, and you know, there's going to be lots of games to come. You know, it's fun to always play a team you just came from kind of thing, but yeah, you know, you know lots of guys out there, so it was a lot of fun. Получился, что Литвину сильно прилетело. Там пошла стычка, Халдин сразу побежал. Ну, мне что пришлось? Мне надо было останавливать его. Все, что сделать, остановил. Чтобы не, скажем так, не налетел со спины еще к нашему игроку. Все. No, it's just how you compete out there. It's part of the game, so yeah. Ну, я думаю, что этот турнир в Нижнем Новгороде, наверное, для нас определяющий с точки зрения выбора команды на этот год. Поэтому тренеры будут думать. Yeah, I guess I just want to say thank you. You know, I had a great 2 years there. Some of the best fans in the league, and yeah, just thank you to everybody for their support.